постановлении губернатора Московской области прописаны причины для аннулирования цифрового пропуска, оформленного для передвижения по Подмосковью и столице на общественном транспорте, личном или служебном автомобиле. Это выявление факта предоставления недостоверных сведений и использование пропуска с нарушением установленных требований. Если гражданин нарушил требования режима повышенной готовности в регионе, его пропуск также подлежит аннуляции. Напомним, на детей младше 14 лет и на взрослых для пеших прогулок пропуск оформлять не нужно.